На 12-м национальном конкурсе друкованных сродков массовой информации газета «Светлогорские новины» трапила у лик номинантов на гран-при. А чарговую золотую литеру у Гомель привезли журналисты «Гомельских ведомостей». У этом годе организаторы вырашили проводить для республиканских и региональных СМИ один конкурс. Тем больше значное можно лечить отриманную узнагороду. Усяго на национальный конкурс друкованных СМИ сёлета было подадено каля 230 заяв. «Гомельские ведомости» стали переможцами у номинации «Лепшие материалы экономичной тематики». Уже несколько годов на сторонках выдания існуют рубрики и тематичные сторонки по осветлению реализации державных программ экономичного развития. Промысловость, вестки с предприемства, импортозамещение, финансовая дисциплина. Это только некоторые проекты, которые користаются популярностью у читачов. У минулым годе в «Гомельских ведомостях» появились новые рубрики, которые высоко оценила жюри 12-го национального конкурса друкованных сродков массовой информации. Один из них – это про бизнес, в котором мы рассказывали о молодых инициативных предпринимателях, открывших свое дело. Еще один проект – это айтишники, который рассказывал о развитии сферы информационных технологий, о экспорте этих услуг.